Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на мое новое приобретение. Это он на данный момент последний парфюм от Britney Spears. И этот парфюм, ну если вы смотрели предыдущий обзор, очень похож на до этого выходящий парфюм Private Show, но это Private Show VIP. В общем, Britney решила продолжить линейку парфюмов Private Show. Ну, в общем, давайте смотреть. В принципе, давайте флакон посмотрим. Флакон выглядит так же, как предыдущий. Единственное, что тот был немножко побледнее, да. И здесь у нас такая вот блестящая закрывашка. Ну и розовая водичка. Вот. Ну так, в принципе, то же самое оформление, что Private Show. Ну и картиночка немного другая, но в принципе все выдержано в тех же самых таких пастельных тонах. Так у меня выглядит коробка. Вот. Но внутри там как бы ничего особенного. То есть вот. И выдвигается эта картонка. А что сказать о запахе? Давайте пока так полежит. Сейчас я... Вот честно, когда первый раз открыла данный флакон, то почувствовала что-то напоминающее, по мне, так фэнтези. Но этот аромат, он не похож на тот, ну, на Private Show просто. Ну, может, там есть сходство, но они отличаются. Причем явно. Здесь вот есть что-то такое... Что отличает его? Ну, в принципе, аромат выдержан в стиле Бритни, так что, скорее всего, он вам понравится. Так, ну давайте еще. Ну, вот так вот, не знаю, вот что-то вот прям напомнило именно фэнтези. Ну, это чисто мое мнение. Я как бы не супер-пупер разбираюсь в ароматах. Ну, как-то так. В общем, советую попробовать. Ну, фанатам, естественно, они его купят. Ну, аромат в стиле Бритни, что сказать. Никаких прям таких резких нот, которые говорят, что это не Бритни, это что-то новенькое. Нет, если вы любитель ароматов Бритни, то он, в принципе, должен вам понравиться. Вот, ну, как-то так. Надеюсь, вам был полезен данный обзор. Сразу говорю, купить его можно в интернете. Я купила на каком-то там сайте в поисковике, но я раньше на нем тоже заказывала. То есть, если у вас есть какие-то постоянные сайты, где вы берете, то берите там. В принципе, сейчас он появился. Долгое время его не было, но вот сейчас как бы в свободной продаже. Так что, как-то так. Огромное спасибо за внимание. Пишите ваше мнение, если вы нюхали данный парфюм, чем для вас он пахнет, нравится он вам или нет. И пока-пока.